Всем привет! И сейчас я буду показывать свой конный центр маленький с вот такими вот лошадками. И я их коллекционирую. Ты что, куклу? Не надо путать. Покажу вам новую, которую я покупала недавно. Совсем вообще не так. То есть они отличаются, они намного красивее. И, кстати, я буду их коллекционировать. У меня, то есть, 5 новых лошадей. Стоят такие лошади новые примерно такие где-то 1-2 тысячи. Фьорд. Блин, так не знаю. Вот это кажется вороной, по идее. Здесь он такой черный. Если я ошибаюсь, то, пожалуйста, можете меня поправить, но не осуждать. Это пони. Такая рыженька. Я не знаю, я, может быть, закажу еще попону для лошадей. Как ему будет красивее на выездке? Или на конкурсе сейчас я встану? Конкурсные палки. У нас конкурсная палка одна. Сейчас я сделаю ее очень высокой. Сейчас она с телефона чуть-чуть. То есть вот, я думаю, на конкуре, но вообще у нас очень мало выездковых, поэтому будет выездковый. Вот, у нас тут Левада. У нас тут такие лошади фьорд. Красивые. Тут у нас вот такой вот выездковый. Такая вот конкурная лошадка. Вот все мои лошади. Сейчас сестарик. Это же ребятам Япония. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 было. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, да, у меня 16 лошадей. Вот. Ребята, у меня 4, одна пони. Вот. Прогресс моего конного клуба. И тут у нас Левада. Тут, по идее, я не знаю, как у них там внутри выглядит. Это, типа, для того, чтобы почистить вот эти. Подкову, блин, забыл называть. Санитарий. Короче, буду называть санитарий, потому что я забыла. А вот у нас препятствие. Кстати, классно тут препятствие. Тут еда у них тут. Тут два мелких. Но я, может быть, заменил лошадь. Потому что, ну, типа, надо какую-нибудь. Ну, типа, рыжую. Я, короче, заменю на рыжую потом, потому что. Ну, типа, они меняются сначала та, потом это. Еще плюс туда, понимаешь, он так распределился. Ты хочешь прикол, какая лошадь шла с этой прекрасной конюшни?